Итак, друзья, утро следующего дня. Всем привет. Я выезжаю в Краснодар, потому что пришла мне запчасть в магазин «Экзист», которую я заказал, гранату «Шрут» с внутренним правой. Поеду, заберу и на замену. Ну и посмотрим там, как времени хватит, может еще какие дела поделаю, может поработаю. Сейчас заезжаю в Ейск, у меня там 3 пассажира через Блаблакар, их забираю и еду в Краснодар. Итак, магазин «Экзист». Надеюсь, что мои запчасти уже там. СМС ко мне не приходило, но по графику там был приход запчасти на среду в 8:30. Сейчас уже время, час дня. На время не надо смотреть, будем сегодня, но чуть-чуть позже, пока еще нечего. Если бы оно было здесь, уже было бы готово к выдаче, потому что на складе, когда принимают, статус меняется моментально. Ну, спасибо, жду. В общем, время час дня, деталь еще не пришла. Мне бы успеть установить ее сегодня. В Краснодаре тепло, в куртке мне жарко, хожу расстегнутый. По трассе всю дорогу шел дождь, местами ливень. Но в Краснодаре дождя нету. Так бывает. Привет. Да. Короче, я голодный, пипец. А тут надо к квартирантке за деньгами идти. Решил пиццу взять. Может, чайку налезу. В общем, такая пицца пепперони. Была, налила чайку. Сегодня пьем. Но мне надо уже сейчас бежать. Пришла запчасть. Поеду ставить. Ну, ты остаешься еще? Будешь? Да, конечно. Меня все устраивает. Все, окей. Разрешите? Привод. Сейчас я занят. Машина приедет. А? Откуда? Надо. Машина приедет, говорю, я сейчас занят. Сейчас вот через минут 10 приедет Хайлендер. Да.
так я тоже честно. Я в состоянии существенности с аэропорта человека забирать. Номер телефона оставь, он наберет, как освободиться. Блядь, срочно надо позвонить. Не получится срочно, по очереди человеку пообещали. Сейчас я позвоню, она есть. Тем более, женщина злая. Может дать перегулять. Позвони, спроси, сколько. Да, сейчас она с этого есть, губернского. С губернского есть. Я тебя освобожу где-то часа через два, не раньше. Там есть свечи надо менять, мне V-образный мотор. Приятного аппетита. Давай я тебя буду кормить. Только мозг мне поебать надо. Да ладно, что там? Через час поесть, а время 4. Что, даже защиты нет? Тебя лишнее нету? А? Тебя лишнее нету? Нет. Это же заебись, что я нету, быстрее. Понятно. За то, как я рискую. За то, как я рискую. А если вы не ездите по всяким холмам и упадам, нормально. Ситуация была такая, была очередь, должна была приехать тетенька на Хайлендере, чтобы поменять свечи маслом. Ну, ребята пропустили меня без очереди, хотели сделать быстро, подняли машину, скинули привод, начали ставить новое, он оказался не тот. В общем, запчасть не подошла, друзья, не подошла. Тетенька приехала, все это время сигналила и возмущалась. Поэтому мне поставили обратно старый привод. Я новый привод, который не подошел, я поехал, сдал в экзист. И теперь опять ищу другой привод, не знаю, на разборках, в магазинах, в интернет-магазинах. Новый, старый. В общем, пытаюсь что-то найти. Короче, вот так я еду обратно. Вот такой туман. Еду по приборам, прям на ощупь. Вот такая видимость, метров 10, наверное. Да я с дальним светом еду. Вот так я еду. Вы что-нибудь видите? Я ни хрена не вижу. Когда вот эта полоска справа исчезает, у меня вообще паника начинается. Короче, иду по приборам. С опущенным перископом. Что происходит? Кто нашкодил? Это кто нашкодил? Мурка! Вообще ноль эмоций. Сегодня два раза выключала бабушкин ноутбук. Как она умудряется это делать? Мурка! Мурка! Прекрати хулиганить.